Всех приветствую, друзья! Сегодня мы приехали на море дня на три порыбать на краба, поставить краболовочки. Второй день вам тоже будем показывать, будем ловить камбалу. Ну, что будет ловиться из рыбки. Море сегодня нам позволяет чистейшее, красивейшее Охотское море. Находимся мы на вилках. Краболовочку мы снарядили. Ну, ребята, в принципе, сейчас поедут ставиться. Давайте потихонечку отправляйтесь в путешествие. Сегодня туман стоит такой. Ну, море, можно сказать, такое вообще идеальное сегодня. Тихо, такой прибой небольшухонький. Вон, сейчас парни отойдут. Раз, и все. Поехали. Сейчас отъедут метров 100-150 и поставятся. Ну, и на этом мы дальше при проверке будем вам показывать. У нас две краболовочки и 6 кружков. Все это надо выставить. Краболовки можно проверять не часто, а кружки придется проверять. Там дальше стоит база, тоже ловят краба. Вон парни дергают. Да, поеду. В общем, все у нас пока получается. Поедем. Там вон люди тоже стоят. Ну, плохо видно. Вообще прям плохо сегодня видно. Из-за тумана. Тумана. Давайте будем проверять. Будем вам показывать. Табор мы свой уже разбили. Все там приготовили. Еще раз повторюсь. Мы приехали не на один день. Ну вот, друзья, проверили мы краболовочку одну. Вот, смотрите, не смогли заснять, смотрите что. Вот это крабики. А? Это наши крабики. Смотрите, красавцы. Ну и бекона, конечно, покажу вот этого. Вот, очень большой бекон. Вот такой вот. Друзья, поехал на проверочку краболовок. Такая красотища, вода голубейшая. Красота! Вот наши краболовочки вот стоят, если видно. Сейчас будем поднимать, будем показывать вам все это дело. Людей, людей, целая куча приехала. Все хотят что-то поймать, как-то все это дело сделать. Красота полнейшая. Поехали поднимать. Здесь у нас стоит кружок. Кружок. Он быстро поднимается. Надо его как можно быстрее поднимать. Будет, не знаю. Ну, посмотрим. Сейчас увидим, может. Вот кружок. Есть у нас. Здесь у нас есть, друзья. И камбала. Одна убежала. Одна висит. Одна камбала у нас здесь. Поднимаем. И будем сейчас опять кружок поднимаем. Конечно, хочется крабика. Ну, не знаю, будет, нет. Не уйдет так тяжеловато. А там есть краб. Камбала убежала, а краб есть. Почти всю наживку пожрать. Хороший крабик. Вот такой вот. А, красавчик. Красавчик. Вот он наш краб. Обалденный. Вот он. Есть. А наживку почти съели всю. Закидываем обратно. Вторую проверяем.
О, камбала сейчас уйдет, наверное, ушла. И вот такой бычок большой. Огромный просто. А мы выкинем, конечно. А можешь ставить? Да, да. Вот такой вот. Какой огромный. Еще одну проверяем. О, три камбалы. Опа! Вот они все тут у нас. Смотри, какие. Вот они. Нормально. Такие вот. Смотрим дальше, что там у нас будет. Вот он краб. Неужели поймал? Хороший. Слушай, нормально, все, кидай сразу. Вот такой вот красавец. Снимаю. Вот и касатка, смотрите, здоровые. Нифига себе. Первый раз вижу. Вон он плывет. Вон, смотрите. Знаю, еще будет нырнуть. Вань. Нифига себе. Вот это круто. Не видать больше. Все, вон. Все, все сгорит. Уже вечер. Вот приехал. Там крабы варятся. Вот такие вот. Ой, какие вкусные крабы. Будем пробовать. Красота. Ой, красота. Такая цепка. Туман прошел. Ты можешь сказать, мать муща? Вот такой вот краб получился у нас. Уха! Не получилось. Какой красивый. Отошли от берега. Красотища неописуемая. Касатки плавают. Все, что хочешь. Будьте всегда аккуратнее. Берите с собой жилеты. Волна неплохая такая. Хорошего, можно сказать. Он идет. Накаты. Красота. Миха, ну скажи что-нибудь. Для нормальных людей. Только долбики в такую ездят. В погоду. Второй день. Наши
замечательные на море, на Охотском рыбалки. Вчера мы поймали около 12 кравов. Это, в принципе, очень неплохо. Сейчас парни у меня вот проверяются, если видно. Я подойду, конечно, поближе вам покажу. Народ здесь на второй день, то есть сегодня суббота. Ну, так неплохо. Народу много. Красота неописуемая. Это мы находимся конкретно на море. Скалы, все вот это вот, ну, как это можно, не знаю. Красотища. Рассказать, ну, это надо побывать. Побывать, конечно, друзья. Это просто рассказать это бесполезно. Надо видеть. Посмотрите, какая красота. Мои товарищи проверились. Сейчас вот едут обратно. Не знаю, что они поймали, но почему-то сегодня очень плохо с крабом все. Там у нас мешочек со вчерашним крабом. Такой вот пологий. Здесь очень глубоко, прям сразу пошла глубина. Едут пацаны. Сейчас приближу, покажу, как мы катаемся. Возможно, что-то взяли. С мотором что-то опять какие-то проблемы. Но будем смотреть. Поймали бычка. Такой достаточно красивый бычок. Смотрите. Обалденный, здоровый. Смотрите какой. Ух, красавчик. Красавчик. Запустили его здесь. Не в море пока, а так просто, чтобы поплавал. Смотрите. Сегодня немножко туман был. Крабов, можно сказать, не очень. Но неплохо ловится навага. Но нам навага не очень, нам надо поймать камбалы и ехать домой. Красота, вот он мой. Мои парни, красавцы. Посмотрите на них. Это все. Лодка моя. Красота вообще полная. Посмотрите, как красиво. Все сидят. Волна, конечно, сегодня долбит немножко. Какая метра полтора. Красота. Море. Но очень холодное. Это Охотское море. Очень холодное. Мига потихонечку долбит. Выехали на море. Вот наша рыбка. Смотрите. Камбала. Плюс это. Ну, я вам покажу, как. На что рыбачим? На простую рыбу. В принципе, здорово клюет. Вон, смотрите, какая снасть. Простая рыбка. Давай, Мих, закидывай. Рыбачим на камбалу. Вот такая штука у нас ловится. Сидим вот так, дергаем. И все, и пошел. Подъем, смотрите, что с удочкой. Рыбачим где-то метров на 15, на 8. О, хорошо идет. Вообще лепота. Смотрите, что делается. Ух, блин, даже катушка не прокручивается. Ой, хорошая. Хорошая камбала. Вот такая ядреная. Я счастлив. Вот так вот машете. В принципе, ничего нету сложного. Охотское море. Блин, вот она, есть, есть. Ух ты. Это кто там такой? Ух ты! Смотрите, что делает. Удочку загнуло совсем.
кто-то там хороший. Не знаю, кто, Миш. Ну прям реально. Хорош, хорош. Ух ты. Вводит там. Прям вообще, смотрите, что делает. Оторвет сейчас нахрен. Кто там? А, за хвост камбалу поймал, смотрите. Вот она какая. Лепота. Но за хвост. Вытаскивает Миха камбалу. Ну, еще не знаем кого. Ух, ну опять у него хорошая. Опять у него. Блин, замечательно, камбалушка. Там он байды ездит. Дальше у нас видно. Ну, камбалу опять он прикольный поймал. У меня что-то мелкое, у него же хороший камбал. Вон какие камбалы. Обалденно крупные. Третий день нашей рыбалки. Я, конечно, сделаю все в одном видео, потому что многое не снимали. То туман стоял, то рыбка плохо клевала. На данный момент вот мои вот товарищи ездят. Здесь видно их. Ловят камбалу. Камбала ловится хорошо. Скумбрия ловится. Ну, навага. Не считаю, пока мест ее за рыбу. Вот. Посмотрите, когда же просто отдохнуть душой, приехать. Еще раз повторюсь. Место называется Вилки. То есть речечка. Все это остальное, вот посмотрите. Люди отдыхают. Там много людей. Давайте приближу, покажу. Вот. Там много вон людей. Целый табор. Интересно, конечно. Все люди пробуют поймать краба. Ну, плохо. С крабом все не очень здорово. Мы поймали штук 12. Это очень мало. Очень мало. Вон там у всех людей стоят краболовки кучами. Но мы вот сейчас завязываем. Сейчас вот ловим мы. Вот мои товарищи поехали, да? Сейчас приближу. Вот они там вдалеке. Они поехали к камбалу. Камбала хорошая, вкусная. Скумбрия. Места, конечно, обалденные. Интересно, тут киты есть. Есть. Сегодня вот я вам покажу. Проплывали касатки. Красота. Прям интересно. Две штуки. Плавники, наверное, метра по три. Такие, ну, здоровые касатули. Будьте с нами, друзья. Великолепные места. Дальневосточные. Красивее. Не знаю только где. Сегодня погодка. Заеду на перевал, покажу вам с перевала место. Если будет, конечно, видно. Это вот мы затоварились. Там вот дальше наши товарищи, ну, знакомые. Вот. Места обалденные. Но почему-то вот тумана нету, раз, натянет. Страшно, конечно. Когда туманчик, море выходить страшновато. Но море голубое-голубое, красиво. Едут наши мальчиши, кибальчиши, как говорится. Там он, наши товарищи. Вот сейчас наши подъезжают. Вот сейчас они ездили и рыбачили на камбалу. Но возможно, что они ее нахреначили, потому что они долго были. Волна так и бьет по чуть-чуть. Но не шибко, не шибко. Сейчас их закинет.
Вот так вот это приходится нам выдергивать. Вон Андрюха. Камбалейла. Смотрите, надолбили они сколько. Камбалы. Нормально, пацаны, поймали. На вашку он валяется. Вот так ведерочко взяли, молодцы. Вон она. Сколько. Миха, подними большую. Мишка тоже он снимает. Смотрите, какая. Ох, красава, красава. Ох, какая. Ну, есть и больше, он там больше намного. Хорошая камбала. Там нашего товарища плавает. Вон один там смотрит за ним. Кто-то в меня берет, кидает камни. Вот такие хлопцы. Вот такая вот фигня. Смотрите, друзья, это самое лучшее, ну как не самое, но из прекраснейших мест. Ну вот, они вот берут за один раз. Хорошие, громадные такие. Там еще на маленьком моторчике едем, 3 и 5. Моторчик. Голову сняли, конечно, посмотрите. Но не красота ли. Все хочется вам показать. Ну, блин, все не расскажешь. За один раз там вон ребятишки бегают, маленькие. Вообще, ну это красиво, друзья, красиво, очень. Там у нас на кукане лежит краб. Мало краб. Кукан бы выходился, она поймает свою мобилу. Пойдет. Вот там у нас стоят бака 3-4, наверное. Камбалы. Ну вот, мои друзья, заканчивается наша морская рыбалка. Едем домой. В принципе, впечатлений много. Стал сильный ветер. Но пока недолго. Идет дальше. Может быть, видно. Барашки такие метров по 5. Здесь пока в самой лагуне тихо. Смотрите, подписывайтесь, друзья, на канал. Жду комментариев, может, кто-то подскажет что-то. И всем до новых встреч. Пока-пока.